Я думаю, что игра пошла совсем по-другому, да, на самом деле, если бы мы реализовали все те моменты, которые у нас были, и немножко в этом плане, в моменте реализации, немного сами себе усложняли жизнь, мы могли выиграть со счетом и 6-0, и 7-0, и у нас было достаточно голевых моментов, но, к сожалению, нам не хватило удачи в плане реализации. Ну, если честно, все давно ждали уже эту победу. Конечно, хотелось с первого тура выиграть, но так случилось. Ну, слава богу, что сегодня победили. Сегодня многое что получалось, в принципе, и в обороне, и в атаке. И, конечно, обидно было, что пропустили. Хотелось закончить матч 3-0. Ну, а так, конечно, всех поздравляю с долгожданной победой. Ну, и очень рады. Максим замечательный футболист, я думаю, именно для этого сюда его и привезли, он забил замечательный гол. На самом деле, хотелось бы выделить всех ребят, и победа, нам нужна была эта победа, потому что мы действительно очень здорово работали. Мы очень рады этой победе, но сейчас мы все настраиваемся на «Зенит». Нужно понимать, что у нас соперник очень серьезный, здесь даже, можно сказать, выиграли, но надо сразу забыть и настраиваться уже на «Зенит», потому что это совсем уже другой соперник, но если мы будем так же, как сегодня, отдаваться в каждом эпизоде и продолжать в том же духе играть вперед, я думаю, может многое что получится. На самом деле здесь счет, я думаю, так не настолько принципиальная вещь в том матче, который сыграл «Зенит». «Зенит» – это серьезная команда, да, наравне с другими, например, ЦСКА. Но я считаю, что «Рубин» тоже хорошая команда, хотя и у нас сейчас новый коллектив. Мы все настраиваемся на эту игру и постараемся показать достойный результат.